Маджадра – это смесь чечевицы и риса, популярное на Ближнем Востоке блюдо. Едят ее и у нас в Израиле. Маджадра может служить гарниром, но это вполне самостоятельная еда, очень полноценная, полезная и в мясе не нуждается, так как содержит протеины, которые заменяют мясо, а также необходимые человеку аминокислоты. И, наконец, это просто очень вкусно. Для приготовления понадобится 1 стакан чечевицы, 1 стакан длинного риса, можно цельный, 4 средние луковицы, растительное масло для обжаривания лука, например, канола, рапсовое или оливковое масло, соль, перец, кумин и корица. Два последних по желанию. Чечевицу и рис замачиваем на 1 час в холодной воде. Затем воду слить и чечевицу и рис положить в кастрюлю. Залить кипящей водой, примерно 3,5 стакана. Дать закипеть, посолить, варить под крышкой около получаса. За 5-10 минут до конца варки можно добавить брокколи. Тем временем нарезать 4 луковицы, обжарить на сковороде, добавить 1 чайную ложку сахара и обжаривать еще примерно 2 минуты. Смешать готовые рис и чечевицу и жареный лук, поперчить, добавить корицу и кумин, не переусердствовать и, хорошо закрыв крышку, оставить минут на 10. Блюдо готово! У маджадры есть только один недостаток. Начнешь ее есть, и хочется еще и еще.